Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию новинку 2019 года от фирмы Birking. Копия на воблер Jekyll Rearrange 110. Видите, у меня в руках такая вот заготовочка под воблер, еще не окрашенная, без тройников, но зато очень хорошо видно внутренность данного воблера. Можно посмотреть, как сделаны петли, как они крепятся, насколько надежно и насколько все хорошо. Даже видно по самой заготовке, что петли сделаны очень качественно, очень хорошо пропаяны. И воду пить он не будет. А тем более после покраски, когда на него нанесется еще и лак, все будет очень надежно. В голове воблера, как видите, два небольших шарика. Воблер не сильно шумный, но при этом создает шумовой эффект. Система дальнего заброса хорошо видна. Довольно хорошо срабатывает. И возвращается назад. Сейчас померяем размеры воблера. Одиннадцать сантиметров длина воблера и ширина воблера 1 сантиметр 3 миллиметра. Взвесим воблер без тройничков. Тройники надо будет под него подобрать самому. Ну, вес заготовки 13 грамм 77 миллиграмм. Это без покраски и без тройничков. И сейчас посмотрим на его плавучесть. Как видите, воблер плавающий и довольно быстро всплывает. Как он себя будет вести с тройниками и поводком, я уже проверю после оснащения на водоеме. Вот если система дальнего заброса откинуто назад, то воблер начинает тонуть на хвостовую часть, но опять же не полностью. На этом, друзья, буду заканчивать данное видео. Кому интересно, заходите в описание под видео, там будут ссылочки хороших уловистых воблеров от фирмы Birking. Поэтому заходите, заказывайте, не стесняйтесь. На этом всех вам благ, всех благ вашим близким, здоровья, до новых встреч!